Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раніці. Сьогодні у Гомелі відбудеться урочистий сход, примеркований до Дня хіміка. Само свято по традиції відзначається в апошню неділю мая. Работникам этой галины люди удячные наявностью целого шерогу корыстных у быту речев. От мыющих сродков и косметики до автомобильных масел и тканины для спортивного одения. Без применения специальных ведов у химии зараз увогуле не обходится ни одна вытворчасть. Химичная и нафтохимичная галина являются неотъемной часткой индустриального комплекса Гомельской области. Сегодня предприемства этой сферы протягивают работу по модернизации вытворчасти, освоении новых видов продукции, усмотрении позиций на международном рынке и реализации инвестиционных проектов. У приватности, подчас 13-го Гомельского экономичного форума подписано погоднение об будовництве Светлогорску предприемства по вытворчасти вискозного волокна. Комитет державного контроля Гомельской области провел горячую линию с жыхарами региона. Основная тема – выполнение обязательств по терминах и якости будовництва жилья. Станом справа у галине потекавился Олег Сенсиров. Только у Гомеля все лето планируется сдать в эксплуатацию около 100 тысяч квадратных метров жилья. Правда, просто побудовать сегодня уже недостатково. Необходимо заработать это у вызначенный термин, якостно и пожаданно с наименьшими затратами, что напрямую уплывает на кошт квартир. У городском управлении капитального будовництва кажут, что это реальные планы. В всяком разе никаких значных проблем с боку будовников никто не огучивает. Махчима, одинное питание – кадровое. В разговоре с журналистами гучить думка по якости работ молодых специалистов. Профессийная подрыхтовка, сдается, недренная, але жадание працевать с полной дачей назирается не во всех. По этой причине, до речи, после обовязковой отпрасовки новые договоры с некоторыми просто не заключают. У речи для будовничных организаций сегодня головное иметь постоянные заказы и продавать квартиры, что мое на увазе якость и прямальный для населения себе кошт. Где-то в районе 7 миллионов. То есть дом от дома они отличаются, потому что есть там инженерная подготовка разная, конструктивный набор квартир отличается, но в районе 7 миллионов. Где-то вот такая цена. Если брать средний класс и площадки какие-то, ну, в более лучших местах, то это в районе 10 миллионов рублей. То есть 59-й, Барыкино, вот мы сейчас будем начинать. Цена выше 10 миллионов не пойдет. Разом с тем, у Гомельском городском управлении капитального будовництва означают той факт, что некоторые квартиры не находят покупников, навод по практично бюджетному коште у 7 миллионов 600 тысяч рублей за квадратный метр. Махчима, это связано с отсутствием социальной инфраструктуры, каля таких новобудовлю. Махчима, есть некие иншие причины. Разом с тем, подчас проведения горячей линии у Комитете державного контроля Гомельской области значных зауваг жыхары региона не выказывают. Некого цікавить ситуация с ценоутворением, коли двухпакаёвая квартира, то не за одна покаёвую. Некто все ж таки нашел невеликие будовничьи недопрацовки. У комитете у вугле означают, в сравнении с 2014 годом, когда на Гомельщине означались долгобуды, а на якость работ скарги регистрировались сотнями, ситуация значно изменилась у лепший бок. Делаем мониторинги по окончанию кварталов обычно, объезжаем дома, и в последнее время проблем больших нету. Ну, отдельные факты бывают, где-то какие-то недоделки. Но это редкое исключение, по большому счету. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Між тим, у Гомелі приймають міри, каб скоротить черги у поліклініках. Адміністрація установ охови здоров'я повинна забезпечить дежурство отказних адміністраторів у обов'язки, яких буде уваходить тлумачення порядку медицинського обслуговування і відео попереднього запису, у тим ліку праз інтернет. Змени тичаться так само графіків роботи діагностичних кабінетів і лабораторій. Тему протягне Євген Побаловець. Светлана Мішурова з дашкою Елізаветой навідують поліклініку часто. Дівчинці 2,5 роки і по осені треба йти у дитячий сад. З нової системи роботи з пацієнтами, говорить Світлана, на проходження певних процедур необхідно не так шмат часу, як раніше. Запис можна зробити і праз інтернет. У самої поліклініці прості усіх урочів без шарги. Я к педіатру, я все время по інтернету записуюсь. К окулісту я записувалась по інтернету. Всегда приходить підтвердження, що моя заявка пройшла на мій електронний адрес. Адрес, и мы все время приходим в этот день, да, всегда карточка наша на месте, всегда мы к врачу приходим в наше время.
Для тех гамельчан, кто не имеет возможности сделать запись по интернете, или просто не ведая, как это сделать, организовано дежурство отказных администраторов. Это загадчики филиалов и их наместники. Керамисту поликлиник треба обеспечить дежурство отказных администраторов 7 годин раницы. Яны повинны тлумачить гамельчанам порядок медицинского обслуживания и видео попереднего запису, у тым ліку праз интернет. До того ж проводятся тренинги про правила зносин с пациентами. Новые подходы в работе так само предугледживают организацию работы диагностичных кабинетов с 8 до 20 годин, а клиника диагностичных лабораторий по индивидуальному графику. У некоторых поликлиниках реализуются и иншие формы работы с наведывальниками. Не треба, как ранее, самостоятельно записываться на прием до разных врачов у журнале. Зараз можно звернуться у регистратуру и отримать один талончик. Введен талончик, который им позволяет схематично, мы распределили хирурга именно в такой последовательности, каждому выдается. И он потом в этой последовательности будет проходить этих специалистов. И уже лист самозаписи ему не нужен, и время подбирать не нужно. Это удобная форма, причем у нас медицинские сестры, или если это сложно, учитывая наши 4 этажа, помогают санитарочке перенести карточку. Пациенту застанется только переходить с одного кабинета врача до другого, что значительно сокращает час. За 2 тижні работы у новых умовах тут оформили доведки около 200 человек. До речи, во всех поликлиниках Гомеля зараз действует одинная система работы регистратур с 7 годин раницы до 8 годин вечера. Записаться на прием до врача можно, как и ранее, по телефоне. В любом случае, хотелось бы сказать, что пациенты, если возникают конфликтные ситуации, должны обращаться к заведующим филиалами своих поликлиник, к заместителям заведующих. Это те люди, которые нацелены на решение их проблем. И они уже подумают, придумают, как разрешить ту или иную ситуацию. Еще один из подходов до повышения якости и доступности медицинского обслуживания населения – пошук новых помешканий. До прикладу можно выкористовывать у якости поликлиник свободной площади предприемства альбо интернатов. Это и иншие пропановы, как от специалистов, так и от громадян, будут обовязково улишиваться и реализовываться на практике в ближайшей перспективе. Евген Поболовец, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Для школьника уже с 1 червня начнут працевать оздоровленчие лагеры и лагеры працы и отпочинку. Об организации занятости подчас летних каникулов журналистам рассказала начальник отдела адукации, спорту и туризму Гомельского гарвыканкама Ганна Мельникова. План отповедных мероприемств у специалиста отдела адукации, спорту и туризму Гомельского гарвыканкама почали рыхтовать еще на приконце минулого года. Сгодно с ним, на территории города будут дейничать больше, как 230 оздоровленчих лагеров. Их наведвальниками станут 8,5 тысяч школьников. Оздоровленчие лагеры будут вести работу по 16 накірунках – спортивным, творчим, интеллектуальным, патриотичным и іншим. Каждый из детей сможет обрать для себя занятки по интересах. А кроме этого, будут организованы межрайонные, межшкольные и лагеры працы и отпочинку, где навученцы отримают возможность с корыстью провести час и заработать. Ни одно дитя не повинно застаться без уваги. Конечно же, будет достаточно большой спектр предложен в части трудовой деятельности. Это волонтерские отряды. По-прежнему в каждой школе имеется, скажем, тот отряд подростков, который будет, во-первых, в поле зрения педагога, но самое главное предназначение – это, конечно же, полезный досуг ребят и помощь их в части подготовки классов, кабинетов, в целом учреждения к новому учебному году. Тем часом на Гомельщине распачалося проведение выпускных вечеров. Правда, проходят яны покуль только у специализованных навучальных установах. Одним из первых посвящений об додатковой эдукации отримали 82 навученцы дитячей музычной школы мастерства у номер 1 города Гомеля. Духовый оркестр на уваходе и добрый настрой во всех удельников урочистостей. Причем батьки не только радуются навод боль за своих детей, але и генерациями. Урэшце гэта сёння выпускники у центра уваги, а до гэтага было несколько годов упартых занятков, коли часам хотелось все кинуть. Вучоба на музыканта оказалась вельми нелегкой справой, але яны здолели прости праз усе тяжкости. И гэта яшчэ один атрыманы урок. Коли не опускать руки, усё атрымается. Когда ты начинаешь чало на флейте, вроде было нормально там, просто пластмассовая дудочка. А потом, когда тебе дают саксофон, естественно, он весит там немало. И вот когда ты держишь, не имеют руки поначалу, шея болит. Потом еще надо трость держать губами. Но потом там год отучился и привык, и вроде нормально все стало.
Гомельская дитячая музычная школа мастацтва номер 1 старейшая у регионе и одна из первых послереволюционных музычных установ Беларуси. Початок своей истории она отличивает с 1919 года, когда у Гомеля была заснована Народная консерватория для дорослых и детей. За этот час тут подрихтовали несколько тысяч молодых музыкантов. Але каждый новый выпускный для установы – соправдное свято. До речи, за перемоги на конкурсах 30 навученцев разных годов отримали звание стипендиатов специального фонда президента Республики Беларусь по подтримке талиновитой молоди. Очень много проводится в республике конкурсов, творческих состязаний, поэтому это стимулирует рост учащихся в профессиональном смысле. Наши ученики принимают участие в абсолютно во всех форумах творческих, международных, областных конкурсах, городских мероприятиях. И, естественно, это все влияет на их уровень исполнительства. Отриманное посвящение об додатковой эдукации, по сутности, первый крок до дорослого життя. Не все сёлетних выпускников станут музыкантами, але у каждого из них теперь есть подмурок для досягнения профессийных вышинь. Олег Сюнцюров, Олеся Рудянкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский областный комитет БРСМ планує працаўладкаваць гэтым летом 10 тысяч студентов. Яны будуць працаваць у будаўнічых, выхаваўчых, сельскагаспадарчых, экалагічных, сервісных атрадах у Беларусі і за яе межамі. Першы сервісны маладзёжны замежны атрад ўжо адправіўся на летнюю працу. 26 чалавек уладкавалі ва ўсерасійскі дзіцячы цэнтр «Арлёнак» у Туапсе. Гэта студэнты Білдута і ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. Усе яны датэрмінова здалі сесію і праявілі актыўнасць у грамадскім жыцці ВНУ. Праз месяц іх зменіць новая група. Усяго ж за межы Беларусі сёлета абласны БРСМ плануе адправіць 100 чалавек. Яны будуць працаваць у Туапсе і на сельскагаспадарчых работах у Маскоўскай вобласці. І да навінаў культурнага жыцця. Сёння ў Гомельскім абласным драматычным тэатры адбудзецца прэм'ера спектакля «Ромео і Джульєта». Сваё бачанне несмяротнага твора ў Ільяма Шэкспіра на суд гледачоў прадставіць расійскі рэжысёр Олег Малітвін. На генеральной репетиции премьеры побывала Вероника Ворошелина. Классичный шекспировский текст у оригинальной режиссерской подачи не покинь обыяковыми соправдных знавцам мастацкого эксперименту. Режиссер спектакля Олег Малітвін адыходить от традиционного успрымання триумфального твора великого английского драматурга Уильяма Шекспира. Усім вядомая кранальная история Ромео и Джульетты – это не казка про кохание, не мелодрама, не трагедия, это хроника одной ворожести. Однако, не глядя на шматликие сцены битвы, особистая роль у спектакля все ж таки отведена широму, чистому, глубокому и все переможному почутю кохання. Хроника одной вражды, потому что вся история замешана на вражде двух семей. Если бы не было этой вражды, то не было бы ничего, и этой истории бы не было. И эта вражда, она, собственно, можно сказать, что это главный герой. Через нее преломляются все события. Я для себя формулирую, что это такой гимн миру, что это все равно песня любви, которая просто оказалась в этом страшном мире. Подея, адлюстраваная у спектакля, переносит нас у постапокалиптичную будущую, у свет, где фантастичное громадство існує по своих суровых законах. Два клана Монтеки и Капулетти ведут помеж собой жесткие битвы, а юные Ромео и Джульетта застаются одни супроть лютого света, у яким кохание – недозволяльная роскоша. Атмосферу будущей на сцене областного драматичного театра створает мастак-постановщик Вольга Гарачева. Глядачов чекают неординарные декорации, потажные военные костюмы и захопляющая дух музычное сопровождение. История Ромео и Джульетты актуальная для всех. Ситуация семейной ворожести и бесчеловечного ставления один до одного сустракается и сегодня. Миновито гэтые мотивы и лягли в основу оформительского рашения спектакля. Декорацию высабляют разруху, якая часом пануя в относинах помеж людьми. Родилась вот эта идея, что это действительно уже такой разрушенный мир. То есть он весь построен на смерти. Ощущение вот этого постапокалипсиса, когда уже все. Уже человек живет там в каких-то, я не знаю, металлических, там, я не знаю, сараях, потому что уже все разрушено. И, соответственно, вот у нас такая как бы и стилистика и пошла. Премьера спектакля «Ромео и Джульетта» у Гомельским областным драматичным театре отбудется сегодня у 19 годин. Убачить интерпретованную классичную постановку Уильяма Шекспира так само можно 28 и 29 мая у 18 годин. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». І гэта быў апошні сюжэт нашага ранішняга выпуску. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Я і мае калегі жадаем вам плённага дня. Да новых сустрэч у эфіры.